चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीसह गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे прежде всего моему гуру Пада Падме, Нитья Лила Правишна Ом Вишну Пад, Аштата Рашата, Шри Шри Мат, Бхакти Шри Рупи, Сиддханти Госвами Махараджу. Я предлагаю бесконечность Аштанга Нандават Пранамы, склоняясь к его лотосным стопам. Также моему Шикши Гуру Пада Падме, Нитья Лила Правишна Ом Вишну Пад, Аштата Рашата, Шри Шри Мат, Бхакти Виданти, Шри Ли Нарайни Госвами Махараджу. Я предлагаю свои Шрадха Пушпанджали, возлагая их к его лотосным стопам. Также я прошу всех вайшнавов и вайшнавы принять мои поклоны. Харе Кришна. Мы слушали, что в Кали-йогу Шриман Чайтанья Махапрабху нисходит. Это сам Господь, который проповедует Харинам, проповедует Хари Бхакти. Если вы хотите медитировать на кого-то, то есть только один объект для этого — Шри Чайтанья Махапрабху. Он Махапуруша, Великая Личность. Его лотосным стопам Брахма, Шанкара возносят молитвы. Настолько возвышенная Личность Махапрабху. Почему его именуют Махапурушей? Потому что он, будучи самим Кришной, нисходит в этот мир, зная, что очень тяжело встретить подлинного гуру и садху. Поэтому Господь принимает такую форму, чтобы показать, как должен вести себя настоящий святой, подать пример другим. Вчера мы слушали о том, что Махапрабху — это Махапуруша, и поэтому мы возносим молитву его лотосным стопам. Есть еще одна шлока, цитата. Эта шлока также относится к Махапрабху. В ней возносятся молитвы его лотосным стопам Банды Махапурушате Чаранаравиндам. Почему? Потому что Махапрабху именует три йоги. Потому что он нисходит в Сатья, Трета и Двапара йогу.
Однако и в Кали-йогу он не сходит, на Кали-йогу не упоминается. Почему? Потому что аватара Махапрабху скрытая. Он не сходит скрыто, как Верховный Господь, в облике Махапрабху. Сколько раз Махапрабху проявлял свое Айшварью и кому он показывал ее? Например, однажды он показал свою восьмирукую форму. Шанка, то есть чакра, булава, лотос, раковина, также флейта и другие атрибуты были в его руках. Но проявив эту форму, он затем сказал: «Никому не говори о том, что ты увидел, иначе чакра лишит тебя головы». То есть он проявил форму, но скрыто, сказав никому ее не рассказывать. Далее Кешава Кашмири Махапрабху оказал милость, но после этого, показав свою форму, также предупредил, никому не рассказывал об этой лиле. Затем Сарвабхауми Бхаттачарья он показал шестирукую форму. Однако также предупредил, пока я присутствую в этом мире, никому не рассказывай об том, что ты увидел, иначе тебе придется оставить тело. Так Махапрабху являл свою форму. Например, также он явил Санатани Госвами свою форму Расараджа и Махабхавы Рай Рамананди, то есть форму Рады и Кришны, но предупредил потом никому не говорить об этом. Поэтому в шлоке, который мы сейчас рассматриваем, Тяктва Су Дустьяджа, описывается также Махапрабху. Некоторые эту шлоку относят к Рамачандре. Но Шрила Вишванатха Чакраварти Такур и преданный Махапрабху описывает, что эта шлока хотя применима к Рамачандре, но не в полной степени. Почему? Разберем сейчас. Тяктва су дустьяджа сурепсита раджья лакшмим. В шлоке говорится, что очень тяжело оставить свое царство и лакшми. Это необычайно трудно. Однако дхармиштита арья вачаса. Однако, если относить шлоку к Махапрабху, к Рамачандре, то ради обета своего отца, ради соблюдения обетов своего рода, Рамачандра, чтобы защитить честь отца, как Марьяда Пурушоттама, оставил царство и затем оставил Лакшми. Майя Мригам. Когда Сита-мата увидела оленя золотого, она изумилась, ведь раньше она никогда не видела такого творения, такого создания. И поэтому она попросила добыть ей этого золотого оленя, Майя Мригам. И Марьяда Пурушоттама, тот, кто описывается в данной шлоке, ему мы предлагаем поклоны. Но, с другой стороны, эта же самая шлока в полной мере относится к Махапрабху. Почему? Тяктва судустьяджа сурепсита раджья лакшмим. Раджа лакшмим. Очень тяжело отказаться от царства и от лакшми. Но ведь Рамачандра царство оставил, но лакшми всего на короткий период времени, поскольку в ссылку она ушла, Сита-деви ушла с ним. Он ее не отвергал. Но поэтому эта шлока более полно относится к Махапрабху. Ведь он оставил не только дом, но и Вишну-прию, от которой было очень тяжело отказаться. Он покинул свою Навадвипу и Вишну-прию. Поэтому эти слова о том, что он оставил царство и лакшми, относятся в полной мере к Махапрабху. Далее, Майя Мригам. Как мы уже рассмотрели, эти слова могут относиться к Господу Рамачандре, но, то есть к Виринче, который принял облик золотого оленя. Но она также относится и к Махапрабху. Почему?
Приводится пример обычного оленя, который в пустыне может увидеть воду, которая на самом деле является миражом, и погнаться к этой воде. Но когда олень приближается, он видит, что воды нет. Затем ему вдалеке тоже является мираж, и он думает, может быть, эта вода опять устремляется к этому миражу, быстро-быстро скачет, но и там воду не обнаруживает, и так в погоне за миражом он оставляет тело. Поэтому Майя-мригам символизирует также материальное счастье, то есть мираж, потому что люди думают, что они выучатся, будут счастливыми, но это не так. Устроиться на работу, будут счастливыми, но и эти надежды не исполняются. Затем люди думают, если вступить в брак, все наладится, но и после брака подлинного счастья они не испытывают. Тогда люди решают, наверное, детей не хватает. Дети рождаются, счастья так и нет. Затем думают, вот если детей выдать замуж или женить, и будут внучата, то тогда появится счастье. Но и это не сбывается. Например, как в истории Кайлаша, который не отправлялся на Вайкунху и думал, я вот посмотрю на внучат, и тогда пойду к Богу. Но из-за привязанности к семье он родился собакой, чтобы охранять имущество, затем перерождался, и в конце стал змеей, которая с поднятым капюшоном охраняла имущество. И пока ее собственные дети, вот этого человека, то есть змеи, не избили эту змею, она не решилась, то есть Кайлаш в облик переродившейся змеей не решил совершать баджан. Нарада сказал, ну вот сейчас ты пойдешь к Богу? Он сказал, сейчас да, я буду совершать баджан. Сам я не мог принять это решение. А вот сейчас, испытав все эти трудности, я все-таки решился совершать баджан. Поэтому Майя-мригам символизирует не только золотого оленя, которого увидела Сита, но и мирское счастье, за которым гонятся дживы в этом мире. Чем же является счастье в этом мире? Оно не является подлинным счастьем. Временное избавление от страданий мы принимаем за счастье. И думаем, вот сейчас-то все наладилось, сейчас-то умиротворение и покой. И, по сути, мы только живем в ожидании счастья. Вот дети появятся, квартиру купим, еще что-то наладится, и вот мы будем счастливыми. И так в таких надеждах проходит вся жизнь, и счастье так и не приходит к нам. Мы так счастья и не обретаем, только сплошные горе. Есть ли в этом мире счастье? Есть или нет? Скажите мне, есть или нет? Есть. В этом мире есть счастье. Но какое? Джагадананда Пандит в Прима-Виварте объясняет, каково же материальное счастье. Цитата. Он приводит пример, чтобы прояснить, чем же является материальное счастье. Раньше люди как наказывали грешников? Они подводили их к воде, затем силы брали их за голову и опускали лицом в воду. Когда человек начинал уже трепыхаться от того, что он задыхается, захлебывается, и очень сильно начинал пытаться спасти свою жизнь, тогда его ненадолго поднимали из воды, и он глубоко, полной грудью, радостно вздыхал, «О, я спасен!» Но ради чего его поднимали? Потому что он совершил грехи. И если его нужно было убить не сразу, а помучить, чтобы он расплатился за свои грехи. Ведь если бы он быстро умер, то не расплатился бы за свои дурные деяния. Поэтому такого грешника поднимали лицом из воды, чтобы он просто не умер, а потом еще раз опускали в воду. Подобным образом Майя иногда дарует нам маленькие радости жизни. Зачем? Потому что если будут только радость, только горести, то мы оставим тело. Ведь мы это тело для чего получили? Чтобы
получить плоды своей кармы, которые мы совершили ранее. И если мы оставим тело от бесконечного горя, то как же мы получим результаты своих прошлых действий? Поэтому майя иногда дает нам якобы ананду, якобы блаженство. Но для чего? Только для того, чтобы мы не оставили это тело, чтобы дальше нас продолжить наказывать за наши прошлые прегрешения. Поэтому так же, как за золотым оленем пошел Рамачандра, так же души гонятся за этим иллюзорным счастьем. Но саньяси и Махапрабху к чему призывают? Цитата из Бхаджана. Они просят душ проснуться. Джив-джага, джив-джага, Гора Чандраболи. Махапрабху взывает нас перестать страдать в этом мире. Поэтому он следует по пятам за дживами и призывает: «Проснитесь, проснитесь! Вы спите сейчас, вы не бодрствуете. И где же вы спите? В объятиях ведьмы Майи. Вы находитесь на ее коленях. Но проснитесь же! Вы пришли в этот мир для чего? Чтобы совершать бхаджан. Ведь вы обещали Господу, находясь в утробе матери и испытывая страдания, что будете совершать бхаджан. Вы просили: «Пожалуйста, Господь, позволь мне родиться, я не буду погружаться в материальное». Но когда вы приняли рождение, то начали думать: «Ну где же мне найти время на бхаджан, на то, чтобы повторять святое имя на четках?» То есть то, ради чего вы родились, вы откладываете на потом. А то, что по сути не является важным, считаете самым важным и занимаетесь этим. Но Махапрабху пришел, принес лекарство, чтобы излечиться из мантры, чтобы излечиться от майи. Харе Кришна Махамантру. Еще громче. И еще раз. Цитата далее с Бхаджаном. Поэтому в данной шлоке описывается, что Шри Чайтанья Махапрабху следует по пятам за дживом и призывает их: «Пожалуйста, хотя бы раз повторите Харе Кришна Махамандру, и я постепенно заберу вас в свою духовную обитель». И что же мы делаем? Мы предлагаем поклоны лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху. Махапрабху не зашел в Кали-йогу, и эта Кали-йога не является обычной. Данную Кали-йогу называют Дханья, благословенной. Почему? Потому что Махапрабху не сходит всего один раз в день Брахмы. Не в каждую Кали-йогу не сходит Шри Чайтанья Махапрабху. А сколько раз? Сколько раз? Один раз в день Брахмы. А один день Брахмы состоит из одной тысячи чатур-йог.
Четыр-йога одна состоит из кали-йоги, два протрета и сати. Сколько они длятся? Кали-йога 432 тысячи лет, два пара-йога в два раза больше, 864 тысячи. Третья-йога в три раза длительнее, чем кали-йога, 1 миллион 260 296 тысяч лет. А сати-йога в четыре раза дольше длится, чем кали-йога, 1 миллион 728 тысяч лет. И вот сатья, трета, двапара и кали-йога составляют один день, один цикл. И вот тысячу раз по такому циклу, то есть тысячу раз по циклу таких четыр-йог, это один день Брахмы, срок, в который приходит Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому эта кали-йога благословенная при приходе Махапрабху. Шрила Лочинадас Тхакур что поет? Даня Кали-йога и Чайтанья Аватар. В эту благословенную Кали-йогу не зашел Шри Чайтанья Махапрабху. Насколько же удачливы те, кто рождается в Кали-йогу? Цитата. Цитата из комментария. Великие садху восхваляют кали-йогу. Почему? Цитата. Потому что в кали-йогу с помощью харинама санкиртаны можно достичь всего. В сати-йогу люди медитировали, чтобы достичь совершенства. В трета-йогу проводили ягьи, огненные жертвоприношения. В двапара-йогу совершали арчану, чтобы достичь совершенства. Но в кали-йогу дживы только с помощью харинама махамантры, санкиртаны, могут достичь всего. Поэтому великие махапуруши восхваляют кали-йогу. Шрила Вишванатха Чакравати Такур объясняет, что кали-йога является высшей среди всех эпох. Как же это возможно? Причина... Ведь кали-йога, на первый взгляд, исполнена недостатков. Почему же ее считают лучшей? Причина в том, что те, что то, что достигалось в сатья, трета и двапара-йогу, достигается легко в кали-йогу с помощью санкиртаны. Послушайте одну историю и запомните ее. Сатья, трета, двапара и йога. Жили как четыре брата. Сатья, трета и двапара-йога правили царствами. И кали-йога, кали-махарадж, должен был
тоже взошел на трон и начал править. Однажды Сатья, Трета и два прайоги пришли к своему младшему брату Кали-йогу, Кали-йоге. Груда в просто время катхи не закрывать глаза. Нужно харикатху в том числе впитывать глазами, а не сидеть с закрытыми глазами. Тогда с закрытыми глазами будете полностью все воспринимать. Итак, Кали-йога, младший брат, восседал на троне. И Сатья, Трета, Двапара пришли к нему в гости, чтобы увидеться с младшеньким. Посмотреть, как он правит своей территорией. Они отправились к нему в гости и спросили привратников: Кали-йога на месте? Да. Доложите, что его три старших брата пришли, чтобы встретиться с ним. Просите его дозволения. Но когда Кали-йоге сказали, что трое старших братьев Сатья, Трета, Двапара пришли, чтобы встретиться с ним, и попросили разрешения, то, услышав это, Кали-йога очень разгневался. Он сказал: «Идите и скажите им, что у Кали-йоги нет времени с ними встречаться». Когда слова Кали-йоги передали братьям, они сказали: «Но мы, трое братьев, проделали очень большой путь, чтобы встретиться с Кали-йогой. Мы даже говорить с ним не будем, мы просто посмотрим на него». И передали Кали-йоге это послание, что он готов, старше даже не просто поговорить с ним, не только готов даже просто увидеть его, не то что поговорить. А Кали-йога сказал: «Я даже видеть их не хочу». И старшие братья, услышав это послание, удивились: «Ничего себе, мы трое старших братьев приехали к нему в гости, а он даже не позволяет нам его увидеть и не хочет видеть наши лица». И они очень-очень долго упрашивали, и в конце концов Кали-йога согласился. Когда трое старших братьев пригласили в его покои, он сказал старшему брату: «Как звали старшего?» «Сатья-йога». Он начал его сильно ругать. Он сказал: «Ты правил, и что ты сделал хорошего для людей? Что благоприятного? Такие тапасьи нужно было совершать без еды, без воды, с закрытыми глазами, висеть вниз головой, либо сидеть с четырех сторон, окруженным огнем, стоять на одном пальце, полностью постясь. Такие суровые аскезы нужно было совершать. Одни только трудности и проблемы. И что же люди обретали благодаря таким трудностям? Например, Хиранья-Кашипу на одном пальчике ноги стоял 60 тысяч лет, и что он обрел за столькие годы суровых аскез? Да ничего, по сути, он не получил. Он просил не умереть ни днем, ни ночью, ни на земле, ни в воздухе, но Господь все равно его убил. Поэтому он ругался Сатья-йогу: «Кали-йога, в твоем правлении так нужно было совершать суровое подвижничество, и куда отправиться можно было? На Вайкунтху максимум, то есть обрести мокчу, но не выше Вайкунтхи. Поэтому я недоволен тобой и не хочу с тобой встречаться». После этого он начал ругать Двапара-йогу. Трета-йогу начал ругать, это была Сатья-йогу. В Трета-йогу нужно было тратить огромное количество денег, чтобы совершать огненные жертвоприношения. Нужно было, кроме этого, сидеть рядом с огненным огнем. И он вздымался вверх. От его жара и дыма было нестерпимо. Вы когда-нибудь сидели рядом с огнем на яге? Очень тяжело это. А яге нужно было каждый день проводить. И тратиться, причем, на ги, на топленое масло, на дрова, причем какие, из сандалового дерева.
Столько ингредиентов нужно было для яги, столько тяжелого труда. И что обреталось благодаря нему, по сути, тоже ничего. Во время, когда кто-то совершал бхакти, посвященный Раме, куда они возносились? На Айодхью. А Двапара-юге потом сказал Кали-юга. Двапара-югу достигает совершенства, совершая арчану. Для этого панчамриту нужно мед, сахар, молоко, йогурт, чандан, карпур, аргур, цветы, столько параферналий, ингредиентов, и каждый день это нужно, то нужно, столько сложностей, чтобы поклоняться Господу. И что люди обретают благодаря этому? Тоже, по сути, ничего. Но Кали-юга сказал, но я Кали-юга. Я буду править по-другому. При моем правлении не нужно совершать сурового подвижничества, каждый день приводить яги, медитировать, совершать пышное поклонение в храмах. Все это не требуется. Всего лишь повторять харинам, устраивать сангиртану. Махапрабху ведь пришел и принес харинам. Даже если нет каратал, есть ладошки, и можно ими хлопать и повторять Харе Кришна Махамантру. Сложно? Кали-йогу, поэтому садана — это воспевание святого имени. Почему же разумные личности восхваляют Кали-йогу? Потому что, цитата, потому что только при помощи санкиртаны можно обрести то, что обретается йогой, тапаси, дхьяной и гьяной. То, что достигается в сатья, трета и двапара-йогу. Путем яги, медитации и арчаны. То есть путем больших усилий достигается в кали-йогу просто благодаря воспеванию святого имени. Поэтому харинама санкиртана, как высшее явление, делает и кали-йогу высшей йогой. Что же можно достичь благодаря воспеванию святого имени? Баджан. Брахма, Шанкара, Нарада молится о преме
и совершают суровые аскезы, чтобы получить ее. А Махапрабху раздает ее в Кали-югу очень легко, только если кто-то воспевает святое имя, играет на караталах. Махапрабху дает легко эту прему. Према была словно заперта дамбой, но Нитьянанда Прабху сломал эту дамбу, и очень-очень сильный поток премы хлынул, затопил Навадвипу, а затем и всю Браманду, все мироздание. И по разным деревням растеклась эта према. По каким деревням? Гурудев спрашивает, из каких деревень преданные. Мой преданный отвечает, откуда они. Всех этих деревень достигла према. И эта према растеклась повсюду, никого не пропустила. Всех она достигла, и поэтому мы собрались здесь, в Джаганнатхапуре. Итак, очень разумные личности, возвышенные, восхваляют Кали-йогу, потому что в эту эпоху, благодаря Харинама Сангиртане, можно обрести все. Махапрабху сделал, сплел гирлянду из святого имени, которую надел на все мироздание. И благодаря Харинаму можно обрести враджа-прему, служение Шримати Радарани в Никунджах, а также служение в Дхаме Махапрабху, то есть очень редкие явления, однако обретаемые благодаря Махапрабху и Харинаме. Даже возвышенное служение, которое совершают маленькие спутницы Шримати Радарани, и ту севу, которая недоступна даже Лалите и Вишакхе, ее можно обрести, если быть под руководством Шри Чайтаньи Махапрабху, под руководством Шрила Рупа Госвами и совершать баджан. Даже такое возвышенное достижение можно обрести. Поэтому даже полубоги молятся о том, чтобы родиться сейчас в Кали-йогу. Те, кто принимали рождение в Сатья, Трета и Двапара-йогу, также молятся о рождении сейчас в теле человека в Индии, чтобы принять участие в играх Махапрабху и практиковать в его линии. По милости Гуру и Вайшнавов, у нас также появилось место у лотосных стоп Махапрабху. Yeah.